Генеральные спонсоры канала, магазины 1 МГц и airsoftgun.ru. Ссылки в описании под видео. Закрытая сессия Совбеза ООН по вопросу событий, произошедших год назад в провинции Дустум-Либурании, объявляется открытыми. Из присутствующих Джон Смит, Соединенные Штаты Америки, Уильям Карпентер, Великобритания, Иван Иванов, Россия и Жак Жульен, Франция. Докладчиком выступает бородатый страйкболист. Просим на трибуну. Раз-раз, слышно, да? Замечательно. Здравствуйте, уважаемая комиссия. Сегодня я хочу поведать вам о событиях, которые я долгое время расследовал и которыми стал свидетелем. Это военные преступления страны НАФ во время конфликта в Дустуме с силами Оливии. Но для начала хочется немного рассказать про страну, чтобы вы были в курсе вообще, что это за страна. Либурания, а особенно Дустум, издревле знамениты своими зодчими по дереву. Они создавали великолепнейшие произведения искусства. Но, к сожалению, в данный момент это провинция, да и вся страна лежит в руинах из-за непрекращающихся боевых действий между Оливией и силами НАФ. При въезде в данную провинцию вас встречает военный блокпост, на котором достаточно дотошно досматривают вас и ваш багаж, что, в общем-то, не удивляет при обстановке вокруг. До ближайшего к блокпосту города Эль-Крот вас доставляет комфортабельный автобус. Он оснащен кондиционерами, барами, особенно учитывая ту прекрасную погоду, которая была в тот момент в Дустуме. Как только вы прибываете в Эль-Крот, вы сразу же видите прекрасную природу и издали видите возвышенную культуру этого города. Лучшим местом для заселения в данном городе является местное казино, куда я и направился сразу же по прибытии в город. Там мне выделили номер люкс, оплачен на 100-500 лет вперед и со всеми удобствами. Спасибо нашим спонсорам. Радушный бармен поведал мне историю своей жизни, похвастался своим мастерством, а также рассказал несколько местных историй. Моя мать сказала мне, не сын ты мне больше, если ты не станешь настоящим барменом в этом убогом месте. А она тогда уже знала, что я буду работать здесь. Нематочно, нематочно смотрим. Нематочно. Оп. Нематочно. Оп, 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 оп. Смотри. Нет, еще не началось. Пожалуйста, позови свой брат всех. Вот я чай налил бесплатно. Только наш деревня ходит легенда, что к концу. К концу этого дня в нашей деревне появится некое чудовище, неубиваемый солдат. Убер-солдат. Короче, та сторона, которая поймает этот убер-солдат и притащит его на другой базар. Он ими малину маму всем будет делать, понял? Больше ничего сказать вам не могу. Во время этого разговора мы услышали отдаленные взрывы и перестрелку. Оказалось, что это силы Оливии блокировали город. Вот так пояснил мне представитель сил Оливии причину, по которой они блокировали данный населенный пункт. А скажите, по какой причине вы вот город сейчас блокировали, здесь находитесь? Ну, потому что мы пришли защищать это мирное население, потому что был сигнал о том, что возможно будет проблема именно вот у мирного населения. Мы бы хотели немножко помочь. Ну не то, что помочь. Помочь, конечно. Как же это иначе? Наша первоначальная задача – защита мирного населения. То есть вы исключительно с благими целями прибыли сюда? Исключительно с благими целями. К сожалению, нету. Здесь против нас сражаются как сторона НАФА, так и боевики Аль-Хамбры. Поэтому мы должны защищать мирных граждан, потому что наша сторона, Оливия, очень мирная, добрая и ласковая. Вот. Ну, мы, как миссия ООН, призваны им слегка помочь. Вот. Я уж тут, что мне называется, вот пытаюсь их как-то чему-то обучать. Стрелок доцент, Урал! Уходи! А посмотреть! У меня очки есть. Вот попадет.
зубы есть. Да, зубов-то больше, чем у вас. Вообще, жители Эль-Крота были очень довольны присутствием контингента Оливии. На главной площади города сразу же начались массовые народные гуляния. Молодой человек не сдавал. Что не так? Фотограф! Все! YouTube все стерпит тебе! Местные жители, конечно же, не боялись контингента Оливии и сразу же показали себя радушными хозяевами и умелыми торговцами. Хороший теплый чай с лимоном. Готовил специально. Весь день мы готовили, чтобы вы пришли к нам попили. Ну хоть ты, товарищ офицер. Обычный? Закон баранов. Чай не пьют. Это ты посмотри на них. Никто не хочет чая вкусного. Ну, пожалуйста, специально одноразовый стакан взял. Все по-чистому. Брат, чистый хочешь стакан. Чай? Так специально взял чистый, ты посмотри. То есть это не тот, который мытый. Бесплатно даю чай, не за деньги отказываюсь. Давай, овечка, вези. Сейчас приведутся. Голова зажмем между колен. Он хотел овца посмотреть. Что это у нее там болтается? А вот, смотри. Странная фантазия хочешь? Главного инженера. Да какого инженера? Ее коза хотела, ты смотри. Будешь? Я буду, я боюсь коз. Я козы боюсь. Давай, убегай, убегай, только убегай, убегай. Западает, западает коза. А ты наш, ты мертвая. У него яйца! Это правда! Да какое вылез, у него яйца! У него яйца больше, чем у меня, как я ее буду жарить? Что ты мне тут впариваешь? Это вылез, я тебе говорю! Какое вылез? Смотри, как я ее все, давай, ходи отсюда! Брат, ты смотри, это овца! Овца не может быть! Все, все, ходи отсюда! Сам ты ходи, это ходи! Это хорошее ночь с овца! Ладно, пустим! Войной этот, как его, время не требует, давай! Один час, пять манат! Все, короче, уходи, не надо, я не буду там мужик. Как ты не будешь? Да ты сам мужик, а это самка, смотри. Овца, не баран, все, понимаешь? Все, все, кыш. А что, уходи, уходи, беги, спасайся. На чем мне бежать? Спасайся. От кого мне спасать? Иду. Кыш. Что у вас, господа, случилось с контингентом? Да вот контингент, говорят, бедный попался. Овцу не хотят трахнуть, я им скидку даю. Вместо 5 манат, 3 манат. Не берут. Эй, брат. Все плохо, все нервно и сильно. Одели база нав, говорим, пойдем к нам в Козлино. Нет, не говорит, не, мы заняты. Чем они заняты? Желтый тут ходит, синий там ходит, синий друг друга стреляет, смешные. Чтоб я так, тупые совсем стали. Назначенный комендант города от армии Оливии незамедлительно провел инспекцию веренного его населенного пункта. Я верю в Бога нашего единого Галинду. Тогда вам пункт опять же. Сталь, а ты можешь, в принципе, выйти пока, ну, чтобы никого не смущать, тряпку нас надеть, если хочешь. Да если... не, я так, а вдруг там. Он просто орговскую миссию доделает. Да. Не, вот. Они просто вот этих двоих не видят, это призраки. А, ну да. Все. А ты я уже, в общем, с призраками разговаривал. Малый вопрос. Так. У нас здесь пока... Быт не особо обустроен, но тем не менее. Казино, бар, услуги. Я вот обитаю здесь, госпиталь. Сейчас делаю. Следующий тоже у нас. Проходите, гости дорогие, заливайте кровь. Да. Храм Святого Колумба. День добрый. По баллам. День добрый. Какие баллы? Кто ты? По баллам. Мы работаем только так. Дабы показать свою лояльность местным жителям, войска Оливии сразу же начали сдавать кровь на нужды местной больницы. Также местный пастор попросил помощи у коменданта в поимке страшного зверя, который нападал на скот местных и воровал их женщин. Поэтому в данном поселении всего лишь одна женщина и та медсестра. Там, смотрите, вот. Показывает колено.
ВП! Вокруг этой точки! В окружную! Может, мы привод положим? Хотя непонятно, может быть, непонятно. Вроде есть никакого. Да, тогда давай знаешь, как сделаем. Можно за руку и выкинуть. Да, да. Если там есть граната, то уже ничего да, не будет. Да, но она может быть и здесь. Сейчас я куда-нибудь встану, а ты мне его кинешь. Рядом. Уходи вон туда лучше. Ты, если что, просто будешь лечить. Давай, да. Давай. Нету ничего. Интересно. И в чем загвоздка? Он может быть, конечно, ради управления. Но... Нет ничего. Ну, ладно. Ну, я думаю, что мы его воспитаем. Число зверя 37. Да, это страшный зверь, действительно. Надо покрестить. Ладно. И нашей овечке спасибо дать. Спасибо вам большое. Братом будет. Держите. Спасибо вам. Ай, спасибо, дорогой. Весь ну, город тебе благодарен будет. Так. Пастор, оно не безнадежное, это чудище. Мы его все. Манкен, мы возвращаемся. Несмотря на высокую лояльность местных жителей, к сожалению, был совершен теракт, причастных к которому, скорее всего, диверсионные группы НАФ. Меня не видно! Чистыми руками! Выходи, выходи! Не выходите! Если ты видно, не выходите! Синий человек! Будем все хорошо, брат! Офицер нужен! Синий человек, не выходите! Все хорошо, брат! Так. Уйди, уходи! Лежь на землю, постреляем! Просто присядь на корточки, не надо пластиться! Да. Да куда уж он? Иди сюда, иди сюда! Иди на голову! Сюда! Он с тобой прикрываться будет, не слышу его! Он мной прикрывался! Рядом! Да, брат! Что там вообще? Ураги там! Не знаю, стреляю! Я считаю, что все, кто не вышел из казинок, боевики! Убил, брат! Я зачем убил, хорошо! Викинг! Из-за этого теракта усилился пропускной режим. Начались массовые аресты. Ты это сделал? Я как жить теперь буду? И мне документ свой не показывал. Отойди в сторону, чтобы не это, как вы, не пересаживались. Давай вот так вот мне, молодой. Я прошу. Отойдите, пожалуйста. Кручу, верчу, запутай, хочу. И ты тоже не ходи никуда тоже. Сейчас уронит мой стул. Отходи. Ходи вон вообще за палатку. ФСБ. Все, за палатку подними. Не понял, куда его забрали? Верни! Эй, блядь, куда пошел? Пресса, ты его... Эй, не его гонали! Они нас там, это, палатка вот... А ты повел его, блядь? Брат, скажи честно, куда пойду проверить? Эй, брат, ты не можешь уходить людей по правилам. Миша, да. Миша, объясни, пожалуйста, им, что если они уволят человека, они должны проверить его паспорт, если он боевик, они должны вытащить паспорт. Сейчас они просто... Паспорт, девушка. Проблем. Спасибо. Ваши стоят, вот командир. Мариша этому.
Скажите вашим коллегам, что у нас безопасно и мирно, никого не убивают. Да, безопасно и мирно, но я хотел остановить. Принял. Никого не выпускайте из города. Из города никого не выпускаем. Мы с ним поговорим, потом вернемся. Эй, объясни нам, куда повел брата. Да я! Живую стенку. Куда повел брата нашего? Эй! Стойте! Куда повел? Что такое? Да объясни! Что происходит? Где он? Он! Что происходит? Он стоит у нас тут какая-то! Нас увели! Ни за что! Я не понимаю, что вы стоите? Это мой город! Вы пришли в мой город и мне указываете, что делать! Что происходит? Спокойно! Не трогай меня руками своими грязными! Мы добрые люди! У вас вот там стреляют, надо туда направлять. Автомат вот этот большой. Паспорт. Сколько можно, Где он? Иди, его не выпускают, стой! Чего, не пропускают, но он? Это вот, нехорошо, не имеет права повалить из нашего города. Уходите, вот это наш город, табличка. Эй, надо держать, блядь. Одну секунду. Почему выпустили? Назад. Куда паспорт мой понёс, дорогой? Дилер закладку пошел делать. И брат, какая такая? О, вас сейчас постреляют на кость. Расстреляйте, убивайте! Стреляйте, это не брата забрали. Эй, вали отсюда, давай! Давай, иди отсюда! Где шишки любимые наши? Ни одной шишки. Кази. Давай, вали отсюда, уходи из наш город. Вы не нужны нам тут. Мы вам чай предлагали, конфеты предлагали, все. Вы, брат, ни слова нам не сказали. Автомат, валите отсюда. Все, давай, иди. Уходи отсюда. Не нужен ты тут нам. Свиньи грязные, чтобы я еще раз на них посмотрел. Господи. Да что это, братцы? Маловат, брат. Вот так данные аресты прокомментировала пресс-служба Оливии. Значит, от жителей города поступали претензии, что ваши солдаты занимаются мародерством, незаконными изъятиями людей в неизвестном направлении. Я думаю, они немножко перепутали наших солдат с бойцами Северного Атлантического альянса, и наши бойцы не занимались мародерством. Как раз нам приходили донесения о том, что бойцы нашей стороны, а именно Ливии, занимались пресечением мародерства бойцов НАВ. Изъятие людей в направлении, я боюсь, вас ввели в дезинформацию. Действительно, изъятие было, это были аресты, но это были аресты людей, которых разыскивает Интерпол, то есть это международная полиция, и они оказались пособниками террористов. То есть мы не отрицаем, мы действительно арестовывали людей, мы действительно их препровождали в тюрьму, но это было исключительно по взаимодействию с международными властями. В данный критический момент силы НАВ совершили нападение на КРОТ для его деблокировки и последующего захвата. Сторона Оливии подтянула тяжелую технику и дополнительные подкрепления для усиления города. Спасибо.
Коллеги, рекомендую прервать наш доклад на обед, после чего мы продолжим.